Для многих аббревиатура этого спиннинга SSSS86M в принципе, может быть, даже ничего и не скажет. Для людей, которые следят за продукцией компании Evergreen, она скажет достаточно многое. Прошу любить и жаловать. Впервые у нас в гостях одна из знаменитейших кальмарок от компании Evergreen. Если быть точным и читать вот как вот здесь написано, то это Poseidon Squidlaw Second Stage. И 86-я моделька, 86-й длины, имеет, собственно говоря, свое название. Это Razor Jack. Если по характеристикам быстро пробежаться, ну, 86-я длина – это 2,59. То есть это указывает на то, что это достаточно интересный береговичок. Тест от 2,5 до 4 еги – это от 10 грамм и, по-моему, 30 с большим плюсом. По шнуру 0,5-1,2. Вес 110 грамм. В руке ощущение пока, мягко говоря, тревожное. Почему? Потому что у меня на грузике 20 грамм плюс приманка. Я пулю ими, так что хавайся. В общем, вот такой красавец. Ему ассистирует уже нашумевший и наделавший, я даже подойду ради этого, нашумевшая и наделавшая уже некий фурор в кругах рыболова новая калдия. У нас она в данный моменте в размере 3000. Вот такая вот красотища. То есть, как я ее называю, это чистая трешка. Она с самой малой передаткой. Вот. На нее намотано 200 метров единички. UGK. Четырехжилки. Апгрейдовской. И вот, собственно, вот с этим суперкомплектом мы хотим побродить по водоему. Ну, естественно. Наши приманки. Это гатё в размере 3 дюйма в шикарнейшем цвете. Кстати, по поводу приманки, друзья, под видео есть сайт. Заходите, смотрите, выбирайте, покупайте. Ну, потому что, как бы, мы пишем уже везде. Хотите, мы здесь напишем. Хотите, здесь напишем. Вот. Приманки рабочие, это однозначно. Что по этому инструменту? Все-таки, как это не парадоксально, но отсутствие должного бюджета нас порождает тому, что мы хотим иметь универсальный спиннинг. Неважно, лодочный, береговой, ну там лодки, свои заморочки у берега, свои заморочки. И тем не менее, то есть тот инструмент достаточно высокого класса, который бы вам, нам, им, даже тем, кого мы не любим, и им пусть позволяет ловить джигом. А использовать не только силиконовые приманки. Мы взяли все в ящике, это лежит, а вам показываем. А также еще колючие резиновые тапочки, это я про народную мандулу говорю. Точно так же работать с воблерами и с вертушками и колеблом. То есть вот такой вот широкий ассортимент. Хотелось бы найти или хотя бы в первом приближении посмотреть, какой из спиннингов даст эту возможность нам. Естественно, нас интересуют веса больше 10-20 грамм, вот в районе 20-25, вот такая вот развесовка. Поэтому выбор этого инструмента, ну, как бы, вполне случайно. С кальмарками чуть-чуть мы были знакомы, но вот такого вот тет-а-тет, это как бы впервые. Так что у нас сегодня премьера как этого инструмента, так и вот этой девочки. Кстати, друзья, очень вас прошу, когда высказываете мнение о катушках, о спиннингах, высказывайте свое мнение. Почему? Потому что именно свое мнение, именно те ощущения, которые вы получаете на своих рыбалках, очень важны для нас. Не надо пересказывать то, что написано, например, в описании катушки. Мы тоже свободно читаем на русском языке, без переводчика. Погнали, тестируем. Итак, силикон. Начнем с тестового диапазона. Наверное, мы вам покажем табличку, специальную табличку нашел у япушек по поводу, что обозначает весовые характеристики
в Еге. Ну, вот если брать 2,5 и 4, то 2,5-4 Еге – это тест, заявленный на этом инструменте. 2,5 Еге – это точно 10 грамм. Сейчас у нас монтаж, который составляет 20 грамм G-Quick и 3 грамма. Ну, 3 плюс там крючок, ну пусть итого 4 грамма где-то, 24 грамма. Я так думал, что это будет для нее максимальный. Ну, честно говоря, потому как ведет себя палка, я думаю, что это вообще ничто. По забросу. Ну, то есть, я... Ну, мы попробуем, может, там 25 грамм пульнем, на всякий случай. Интересно все-таки. По тому конструктиву, ну, сколько я там сделал, там, несколько десятков забросов, как устроен этот спиннинг. М-ка чем интересна, вот для береговиков, мощью своей. Есть, конечно, знаменитая модель у Second Stage, это 84H. Этой моделью ловят лодочники, ловят судака настолько успешно, и она так прижилась, ее даже кальмаркой не называют, просто спиннинг от эвергрина. 86-я, она немножко длиннее, по тесту немножко меньше, вот, но поверьте, этот спиннинг достоин того, чтобы о нем снимать видеосюжеты. Не потому, что это японский продукт, а потому, что это офигенный продукт. Первые 10, 15, 20, я не знаю, сколько я сделал забросов. По работе бланка. Тубулярка. Думал, что она вот такая, знаете, глуховатая. В принципе, здесь дно на этом водоеме, где на сверхчувствительных палках есть стук, стук в руку. Здесь то же самое, но четко есть отбивание. Не такое яркое, не такое звонкое, немножко приглушенное, но оно абсолютно присутствует. По вершинке, это я на мелководье попал с таким грузом, лучше равномерку сделать. По вершинке, по тому, как ведет себя вот на поддергивание, на проводках. То есть свойственно кальмаркам длина работы верхнего колена, это порядка 2/3. То есть, как бы, если брать с экстрафастовыми палками, все наоборот. Если в экстрафасте 1/3, например, верхнего колена работает, то здесь работает 2/3 верхнего колена. Сказать, что похоже на регуляр фаст, абсолютно нет. Палка быстрая. Реально быстрая. Но кидать ей, ребята, одно удовольствие. Почему? По нынешним временам это очень важно. Именно дальний заброс. Потому что рыба крупная стоит далеко. Сейчас мы возьмем специально для понимания сюжета. Поставим 10 грамм. Пульнем. И продолжим ходить вдоль воды. Ставить разные приманки. И рассказывать о своих ощущениях, впечатлениях. Начнем. 10 грамм G-Quick, приманочка 3-дюймовая, очень симпатичная, как по мне, как по рыбе, сейчас узнаем. Заброс. Шикарный. Теперь посмотрим, как у нас вершинка, отработает ли. Есть отработка вершинки. Не быстрая, не беглая, достаточно мягкая. Вот, ну, посмотрите, 10 грамм подрыва, ну, для спиннинга это просто ничто. Надо отдать должное конструкторам этой линейки, а это является начальная линейка. Вот, и они так официально заявляют о том, что это начальная линейка. Конструктора перезаложились в мощностных характеристиках этого спиннинга. То есть спиннинг гораздо мощнее, вот, чем то, что указано в тестовых характеристиках. Это для нас вообще супер интересно. То есть, мягко говоря,
мы с вами имеем чисто японский продукт, изготовленный в Японии, но с элементами любимого всеми кроя. То есть вы знаете, да, у кроя по поводу мощности написано одно, а по факту там совсем другое. Поэтому еще один большой, жирный, толстый плюсик можно поставить для этого инструмента. Повторюсь, заброс приманки, которая вместе с застежкой, с этими самыми, ну пусть 4 грамма. В общем, 14 грамм. Он ее пуляет не так, как 20 грамм, ближе, но очень-очень даже достойно. Отработка есть, так что для тех, кто переживает по поводу отработки, есть. Вершинка показывает. Сейчас был один момент, оператор трохи замерз, ну влажно здесь, взял палку и сказал мудрую фразу, которую надо было сказать в конце. Палка настолько интересная, что вкладываться в заброс не надо, она бросает сама. А мы продолжаем. Народная приманка. 20 грамм. А, кстати, мандула относится, я не знаю, как правильно, мандула. Для меня это вот колючие тапочки. Относится к приманкам порусящим. Поэтому не каждый инструмент одинаково хорошо их швыряет. Ну, похоже, этот пацан не знает об этом, что она к порусящим относится. И впихивает ее в дальнюю даль. Что касаемо первых ощущений по тому, насколько чувствителен инструмент. Знаете, вот уже 40-50 бросков, ты начинаешь потихоньку, прошу прощения, это субъективно, потихоньку влюбляться в эту хреновину. Пусть не такая звонкая, пусть не такая информационная, как ее собратья, прошу прощения, не путайте это самое, собратья, я имею в виду, остальная линейка Evergreen, вот, но поверьте, это что-то. Продолжаем. Мы продолжаем эксперименты, продолжаем утяжеляться. Сейчас практически у нас 28 грамм стоит. Монтажа, ну, где-то как-то, наверное, для некоторых инструментов. Это его критичное. Только не для этой палки. Вот, что 20 грамм, что 28 грамм, пулит. Просто великолепно. Кстати, вот по отскоку. У нее нету такого, знаете, у нее отскок очень плавный. Очень плавный. И вот к этому, кстати, очень быстро привыкаешь. Нету такого, что подбрасывает. Вернее, как, по спиннингу чувствуешь, а вот именно отскок вершинки показывает отработка. Там не вот такая амплитуда. Там буквально всего, там, может, 10-15 миллиметров. Я бы не сказал, что это как-то напрягает. Абсолютно нет. Ну, в общем, мы продолжаем. Становится быть очень интересно. Если у него такое мощное чудовище, достаточно большого веса, идет он под поверхностью. Это не поппер. Абсолютно нет. Он, ну, немножко хлюпает, но он не создает, он создает как бы волну перед собой, при этом не поднимаясь на поверхность. Сейчас я его попробую. Ну давай, летающая дракула. Как только вес чуть-чуть добавился, естественно, полет вообще шикарный. А вот посмотрите, как вершинка ведет себя при протягиванию этого воблера. Блин, ребята, я это все слышу. Пальчиком все это по бланку передается. Одному не могу понять. Для ловли кальмара это тоже так важно? Или тут совсем другое? Или тут качество продукта заложено во главу угла? Знаете, с каждым знакомством вот с таким вот спиннингом. О, смотрите, смотрите, как идет приманка. Не видно. И что вы хотите сказать, что если будет мадам в
3-4-5 килограмм проплывать рядом, и она на это дело не посмотрит. Пардон, пардон, посмотрит, еще и как. Можно ускорить проводку. Пожалуйста. То же самое. Четкая отработка вершинки, все слышно, все передается. Игру воблера. Если малейшее прикосновение идет к траве, или трава на тройник падает, мы это все слышим. Не знаю. Я возвращаюсь к джигу. Вот. С чувством некого удовлетворения и понимания, как неплохо этот товарищ может помогать людям, которые ловят воблерами с берега. Не с лодки, а именно с берега. Он их может бросать. Продолжаю. Знаете, дорогие друзья, слушатели и смотрители канала «Твоя рыбалка», есть спиннинги, которые могут даже изменить твое мировоззрение. Есть спиннинги, от которых ждешь чего-то большого, а получается никак. Ну вот никак. Есть спиннинги, которые просто приятно удивляют. Особенно если ты его находишь в категории, ну, как бы так, которая вам... Сейчас не говорим бюджетная, небюджетная. Категорию ту, которая подвластна вам. Вот раз, опа, тупо, нашел. Классный. Там все какие-то моменты, которые вас непосредственно должны устраивать, устраивают. Это я к чему так долго веду? Это веду к тому, что на сегодняшний момент этот спиннинг, не мировоззрение мое, не изменю. Как японцы как делали хорошо, так и делают хорошо. Он укрепил или как бы подвинул меня еще на шаг вперед к тому, что в диапазоне 47 тысяч йен, я не буду сейчас говорить цифры, чтобы никого не драконить. Ни в рубли, ни гривны, ни доллары, ничего. 47 тысяч йен, по-моему, цена у него такая на сайте. Этот инструмент очень может даже получиться и называться универсальным. Ну, теперь давайте будем загибать пальцы. Что сегодня в воде? В чем макали, собственно? Приманки. Толстые феты. Одевали их на шарнирные монтажи, одевали их на жиголовки, одевали на двойники, одевали на офсетники. Одного товарища тянули, вы там посмотрите. Вначале поставим. Тянули, а потом он сказал, все, я не хочу к вам идти. Ну, ушел. Ну, бывает такое с рыбой. Вот. По работе бланка и самого инструмента. 10 грамм плюс приманка, он работает. То есть у нас это получалось, мы там посчитали, где-то 13,7 грамм общий вес монтажа. Но неинтересно. Он кидает неплохо, но неинтересно. Но гад на 15 граммах, когда плюс та же приманка, вы начинаете понимать. Знаете, что вы начинаете понимать? Вы начинаете понимать, то ли вы начали охренительно забрасывать и стали каким-то моцным и крепким, то ли спиннинг вам в этом помогает. Вот. Ну, получается, что большая роль и поддержка в этом как раз именно спиннинга. 20 грамм плюс приманка, 22 грамма плюс приманка, 25 грамм плюс приманка. Она вываливает так, что заворачиваются уши. Если нет ветра, то диапазон 60 метров вам вполне подвластен. Запросто. Притом просящая приманка. Это что касается вот этого. Раков не пробовали. Ну, да, сейчас они вряд ли, наверное, будут актуальны. Следующее. Тапочки. Это было в воде. Это было в воде. И это было в воде. Они были с грузами. Джихрик ставил 15 и 20 грамм. Все-таки это составные приманки. Летят очень хорошо. Вопросов по ним никаких нет. То есть летят далеко, летят уверенно. И даже выстраиваются, видно по полету, выстраиваются в такую общую линеечку ровненькую. Если феты, вот резко забросил фет, он сразу выравнивается. Если чуть-чуть как бы дал слабину и заброс такой, он начинает вращаться.
Если же заброс сильный, мы ставили 3.6 рама. Вообще бомба. Как вольну. Ладно. Воблеры. Чего было интересно и лично для меня по воблерам? Достаточно мощный кроссвейк маритановский. Мне будет очень интересно им ловить щуку на водоеме. И я знаю, что там глубина максимум там 1.5 метра плюс коряги и шмаряги. То есть мне нужен горизонт 20-30 сантиметров максимум под поверхностью воблера. С его забросом вопросов нет. Я бы не сказал, что здесь стоит супер система дальнего заброса, но бросает она его хорошо. Могу. 110-й суспендер. Вообще вопросов никаких нет. Кидает хорошо относительно заброса 14, по-моему, 14-граммового воблера. И еще один товарищ, который мне был очень интересен. Сейчас, секундочку, вам его продемонстрирую. Вот так гораздо лучше. Это вот этот мегабас. В нем стоит система ЛБО дальнего заброса. Она действительно помогает, она действительно швыряет. Поднялся небольшой ветерочек, а работать с ним можно. Этого красавца я уже пробовал. Это Кагилоус плавающий 100-миллиметровый. С забросом тоже все в порядке. Идет такой мощнейший, я думаю, слышите, щелчок. И воблер летит куда надо. Вернее, не воблер летит куда надо, а этот товарищ посылает его туда, куда надо. Я сразу хочу предупредить или упредить скептиков. На 100 метров воблер не бросишь. Но если ты 35 метров делаешь заброс, вот, уже интересно. Это уже о чем-то говорит. Дальше. О том, как устроена сама палка. Как она себя ведет. Вы знаете, к ней привыкаешь, как и всему хорошему, очень быстро. Повторюсь, бланк, вершинка отрабатывает вот 15, 20 там, и больше грамм. Практически один и тот же кусочек, где-то в районе миллиметров 350 мм. А то и 400. То есть как бы все наоборот. В экстрафасте работает 1/3, в этом инструменте работает 2/3. Но, что меня приятно обрадовало, при отработке 10 грамм плюс приманки и при отработке 22 грамм плюс приманки, вот этот подрыв, практически изгиб вершинки на подрыве, правильно я выразился? Правильно, практически мудро. Вот, практически одинаковый. Вот это мне очень понравилось. То есть я вот разница в 10 грамм, даже больше. А для вершинки это нет. Сказать, что она дубовая, абсолютно нет. Она эластичная, но она настолько упругая, да, и по забросу. Вот этот конек меня, конечно, фишка ушатала. В хорошем понимании этого слова. Если ты берешь экстрафастовый, ну, я... По поводу своего 83-й СПРС-ки говорю. Там реально экстрафаст. Он очень быстрый. Бланк колоподобный. Хотя имеет свои там потрясающие заморочки. Вот. Этот полностью другой. Этот, получается, состоит как бы из двух спиннингов. Первое, это очень интересно настроенное. Я говорю о первом колене. Регуляр фаст. А второй это экстрафаст колено. То есть получается, что вот ты делаешь заброс, вот до какого-то определенного момента бланк способен прогибаться, а потом все. Потом идет та точка, когда ты делаешь заброс. И он получается максимально дальний. То есть очень интересно, очень приятно. По поводу того, кому посоветовать этот. Ну, повторюсь. Если у вас есть... речки, у которых глубины достаточно большие, там, ну, большие, 3, 6, 9 метров, это для вас. Ему по барабану течение. Вот по барабану течение, все. Честно говоря, где-то даже подмывало взять 2 20-ки, поставить и попробовать вольнуть. Вот настолько он такой, знаете, вот, хочу столько бросить, ну, бросаем, давай бросаем. Хочу столько бросить, давай бросаем. По подрыву, там судак был, вот, это... Я там руками махал, чтобы звук включить в результате. А его надо было тупо тащить, не выеживаться.
ну, пардон, это все-таки съемка. Очень понравился удар. Удар четкий, передается такой, знаете, у меня было их несколько, вот, удары шикарные. То есть по передаче, по информативности, повторюсь, это не супер сухой бланк. И здесь стоит не супер дорогая восьмижилка. Ну, все происходит настолько приятно, настолько информативно. Меняем грунт один. Один, получается, отскок, получается, свои ощущения. Перешли туда дальше, там грунт немножко поплотнее. Все сразу поменялось. То есть реально картину дна ты можешь абсолютно нормально читать. Говорю долго. Почему? Потому что я пытаюсь вам передать свои ощущения. Вот встреча с этим товарищем. По катушке, по трешке, которая ассистировала с передаткой 5.2 к 1, я ее называю, как я ее называю, кстати, короче, вот классическая трешка, вот, мне она понравилась. Старт у нее достаточно легкий даже для мощных приманок. Я бы не сказал, что вот надо катушку там типа 4.1 к 1, типа PG. Хотя, поверьте, эта палка заслуживает лучшей катушки. Вот честно клянусь, она заслуживает либо 3000-го, ну, я так думаю, если брать это самое, даже не лувика, а серта можно поставить, и вы не пожалеете. Именно чистую трешку. Вот. Будет великолепно. Если брать у Шимана, можно и твином психануть. Но только не пиджишным, не 4.1 к 1, а нормальным. Вот. И поверьте, к вам придет счастье. Вот такое вот. Вроде как и не совсем звонкий, и не совсем строй, и абсолютно не предназначен для наших рыбалок. Ну, где тут кальмар? Какой тут... Нет, это не... там Борисович, там не кальмар. Вот. А тем не менее, все было приятно. По калибру. Вообще вопросов никаких нет. Этот кусок не снимали, потому что не было щуки. Не гоняла она малька. Малек себя спокойно ходит возле берега, хоть ты ему шо. Поэтому бросает шикарно. Те, кто ловит на пилькера, я думаю, пилькера вплоть до унцового, до 28 грамм, абсолютно палки подвластны. 5 часов с 6:30 до 11:30 я ее не выпускал из рук. Все время бросал. Интересная рыбалка, да. Увлекательная рыбалка, да. Палка, ну, как обычно. Вот, вот такой вот эверегрин бывает. И заметьте, это не есть топовая модель. Там нимсик есть. Ими ловят люди достаточно давно. Именно кальмаровыми палками. Если у вас есть рыбалки, которые вы планируете вот в таком стиле. Кстати, вот на обыкновенном закрытом водоеме, где есть достаточно глубины, там 5 метров, 6, и там возле этого самого есть немножко больше, вот, он тоже будет помощником. Реально помощником. Поэтому тему кальмаровых палок мы не закрываем. Мы еще найдем хотя бы там 1, 2, 3 производителя, еще их покажем. И маленький такой, не совет, а просто из наблюдений. 2,59, вроде как чисто гипотетически длинная палка. Ребята, кто в лодке ловит судака, возьмите ее. Пусть у вас лучше будет подсак с длинной ручкой. Возьмите, это клево. Это реально клево. Поэтому вот на этой оптимистической ноте я вам искренне желаю добра, процветания. Подписывайтесь, лайкайте. Очень приятны, опять же повторюсь, комментарии. Комментарии, которые идут от души, комментарии идут, которые из опыта. Поверьте, это стоит дорого. Все, пока-пока. Извините за пространное это самое. Ну, как-то она вот настроила на такой лирический лад. Ну все.